маркет. Ой, ананасы прям на полках. Цены в лирах. Вот елочки. Вот и очень чувствуешь, он бьет. Ну, ты не чашешь, я сижу в этой бере. Если ты сами не фанки, а вот для ресторана плюс три. Смотри, какие чашечки. Так, нам били на пакете большую чашку. Большую чашку? Ну, можешь выбрать здесь, кстати. Ну, а я не смотрю, нету большой чашки. Больших тут нету? Мам, все глики из мухи здесь. А вот такие. Недостаточно большой. Кира звонила. Катя, смотри, какие. Это 7 долларов. Это сумма, how much is in junk? А что это такое? А, орешка какая-то, сладость. Да, сладость из орешка. А сколько стоит? 28 лир. Кстати, Катя, какой сказ beautiful box? What is in grey? And this one is also... Ляня, такая маленькая, 22. I think this one looks like 4.50. You remember, we buy real tortoises. If you ask, maybe they will give you. Maybe something of this. You see, it doesn't say in English. Мам, это магазин с кейками. Как сказать, сладости, да. Давай. Ну, выбирай. Ой, сколько сладостей разных, глянь. А, это ризовала. Почему это что? А, карамель какая-то. Или ты хочешь такие сладости, нет? Ну, эти я догадываюсь, какие нам. Она как пахлава, такое да. Что-то, да? Да, а эти интересно попробовать. Давай, еще один. Окей. Ты... How much is them? 15 turkish lira. Okay, can you give us one of this one? Yes, you want it packet or you want to eat it here? Wait, wait here. Wait. This поедем, да? Да. Okay. Want this? Okay. You want this for you? No, I eat too much food. And one this and one this. Так хочешь шоба попробовать? Хочешь шоба? Вот такие три тортика мы заказали. Нам сказали, что это сделано на основе молока. И этот шоколадный тортик. И вот это сказали, что там смешанные фрукты. На основе песочного теста. Такая красота. Сейчас мы будем это все пробовать. Ну и поменяемся. Продолжаем нашу прогулку. Зашли еще в одну улочку. Посмотреть какие-нибудь магазинчики. Ну, это зеркальце такое. Смотри. Это тоже старый-старый камень. Как они так раньше укладывали камень? Смотри, какое расстояние между ними было маленькое. Между плитами этими. Между штокоблоками. У меня закончилось место на телефоне. Так много я сегодня снимала. Взяла мамин телефон. Продолжаю снимать видео маминым телефоном. Мы уже будем идти на выход из Турции. Переходим сейчас на греческую сторону. Посмотри, вот они, видишь, продают эти яйца шикопряда. Вот. Да, для вот этих картин. Ну, стоит усталый древний. Калимера. Вот это мне очень нравится. Вот как они мне нравятся. Там мне надо было того мужчины, который не пришел в прошлый раз. Тут все по 10 евро такое. Ну, там примерно. На лосинке, да? Yes. Сейчас мы находимся в duty free с другой стороны, подходим уже к выходу. Турецкий контроль прошли, идем проходить кипрский контроль. Вот такой фан-мейд стрит арт. Ой, вот эти ленты какие мелкие, красивые. Прикольные. Красивые. Тут чашки. Да, тут тоже всякие сувениры. Это мы прошли центральный пропускной пункт в Никосии. Перешли уже на Южный Кипр, на греческую сторону. Здесь тоже кафешечки есть по этой улице.
Тут магазины, бутики, разные салоны. Очень много сувенирных магазинов. Все-все здесь. На этой стороне людей побольше, и улочки здесь опрятнее, да, чище. Ну ладно, бывает иногда с деревьев вот, падает. Только перешли. Нет, вы будете с ешоп среди. Почему так, да? Да, мы пройдем, посмотрим магазинчики, да, потом пойдем к машине. Да, да, просто побежимся. Да. Не знаю, почему так. Греки как-то больше заботятся, наверное. Да. Здесь тоже, может быть, есть несколько зданий, которые требуют реставрации. Ну, это, наверное, самое запущенное здание, которое мы здесь увидим. Но, из посмотри, всех. Запах, извиняюсь, не иду. Ой, запах здесь это нормальный абсолютно. На этой стороне и запах понормальнее, и... А там или дома? Мне это вырезать или нет? Не надо. Не надо, ладно, не буду. Ну, платье, ну, блин, длина. Это туники получается. Ну, да. Ладно, давай. Давай пойдем, потому что мы уже долго здесь. Здесь вот, ну не знаю, кафешечки поопрятнее, да? Даже улочки вот такие как-то не выглядят как подворотни. Давай. Я здесь. Ой, какие купальники. Прикольные. А может мне купальник нужен? Тут только вверх, а низ где? Вон. А, там низ. Бархатный. Да, поняла. Да, две низ. Слушай, ну классно. Вот у женщины платье на мое похоже. Фасон похоже, тоже так вот юбка. А? Пончо. Это его рекорд самый литубит. Where is Анжен? А, нет, пончо. Здесь вот как-то и базарчик даже организованнее, но нет такого вида базарного как-то, не знаю. Ну, вот казалось бы. Я да? Не осуждаю, ради бога. Не, ну, да. Я могу и там что-то купить, если что нравится. Ну, просто... Ой, смотри, какие красивые. Блестящие. Да. В этом году как-то обувь стала покрасивее здесь. Как-то вот на мой вкус есть от чего выбрать даже. 41 евро. Ну, я ж что зря не увижу, понимаешь? Ну, то, что мне нравится, 41 евро. Кожа. Ну да. Вот здесь пахнет. Таги растут. А? Нет, это все вирус. Вот такой обувный магазин. Это на Кипрской стороне нет магазинов с мехами. Сколько я хожу, ни кожи, ни меха не видела. На турецкой стороне. Здесь, наверное, будут специально магазины, где-то бутики какие-то. Какой козлик стоит. Да. По-моему, это у них национальный символ, такой козлик. Вот, поэтому эти магазины есть, просто может быть не в этом, а может быть мы просто не знаем где. Может где-то вот в каком-то... Как-то очень много. Где-то за углом, может быть, и есть, откуда ты знаешь. Смотри, с мороженым целый прям такой бутик. Бутик, да. Бутик мороженое. Бутик мороженое.
везде скидки. Как деревце сделали? Подборочку. Чтобы никто на меня не ложился. А, здоровая еда. Где косметика здесь? Да? Ой, молодцы, сделали классно. Красиво. Шляпки, но они подороже. Упала. А мне вот это нравится, синее бежевое. Которая? А, с ленточкой светлой. Она мне так нравится. Какая хорошая. А здесь не написано, что 1 евро стоит сфоткаться в шляпке? Как на турецкой стороне, 1 евро шляпка сфоткаться. 80-80. Да, шляпка хорошая. Красиво. А, в таком стиле бежевая? Да, это белая. Я нашему ослика подарю вас играть. Вот играться? Такие хорошенькие. 2,50. Ой, смотри, кролики из кроличьего меха. Ой, какая прелесть, какие красивые. Мне жалко кролик. И вот эти здесь не мех, миленькие, красивые. Да. Лисички из кролика. А, это не из натурального меха. Это искусственный. Искусственный? Искусственный мех, но тоже огромный. Это рюкзачки, смотри. А, рюкзачки. Это рюкзачки, смотри, какие классные рюкзачки. Да. Это если бы девочка была, у кого-то что-то подарить. Да. И ловцы, знаете, какие опять симпатичные. Ой, какие, да. Прям песня. О, это что за... What is this... Spider-Man and this is woman. Look at this woman. I don't know. What is this? Что это за магазин какой-то? Не знаю. Прикинь. И Спайдермен. Как интересно, этот Спайдермен сочетается с этой барышней? Но. А он любит Спайдермена? Наверное, он же мальчик. Ладно, вырежу девушку это. Ты так хорошо знаешь местность. She says that you know place very good. That you are very good guide. Там какая-то стройка идет, что ли. О, вот сколько обуви. О. Ой, какие классные по 5 евро джинсовые. Да, да, да. Ну, ладно. Единственное, оно заброшенное просто. Ну, такие балкончики интересные. По той стороне там шире будет. Ну, там. Надо идти быстрее, а то за нами люди. Что? Авария. Сейчас свалит.
Да-да. Как это так? Он сейчас свалит. Да. Ой. Дяне фофи. О, вон девочка плачет, надо же так. Да. Ой, какие большие глаза. Красивые. Да, я помню, тут всегда что-то красивое стоит. Вот сколько их много. Мы уже подходим, да? В прошлые разы, мама, мы оставляли машину здесь. Где-то здесь. Но в этот раз нет. Мы оставили ее с другой стороны, где другой вход. 1 километр. 1 километр? А это здесь такая пожарная станция. Видишь, там пожарные машины внутри стоят. Выглядит как в мультике. Да. Я поэтому и снимаю, прикольно. Вот какое здание мы нашли, так сверху. Сверху мы стоим просто на тротуаре и снимаем вот так сверху вниз. Не знаю, может быть его сначала зарыло каким-нибудь катаклизмом. А потом... Что? Он просто долго не снимает. А, перезапускать. А сколько там минут? Он, наверное, 20 минут снимает, я отвечаю. Ого, 20 минут? Не знаю, наверное. Ну, я на снимаю. Ну, да, наверное. Аж не верится, что было. Вот, так что там турецкая часть из флаги. Ага, понятно, почему даже не... Ну, видишь, Никосия тут пополам поделена. Здание. Да, здание. Такое. Ну, оно вроде как обитаемое, так да? Не скажешь, что оно заброшенное, да. Просто... You think it's restaurant? Ресторан. Maybe. Can you imagine to have a restaurant on the board? Сидишь так себе на турецкой стороне, смотришь на пикник. Да, на границе. Yes, okay, Turkey, yes, because they have Turkish flags there. Did you see flags? I love to have a restaurant on the board. Funny. В старом стиле довоенном, видишь? Даже, наверное, и отделали, и все равно в том стиле. Приятный. Это какое-то здание. Три? А, огромное дерево. Вот здесь эвкалиптус. Эвкалипт. Ой, мне полезно подниматься. Можно взять листик, а у нас там же растут да. В деревне по нашей улице. Можно там нарвать эвкалипта, заварить и дышать парами. Да. Ой, какой, смотри, какой дом. Вот это классный, mm-hmm. Смотри, какой он красивый. Представляешь, такие домики раньше строили давно? Да. А тут люди живут. Мне очень нравится. Красивый. Дорожки там реально. Да. Вот, прям вязать. Вернулись к машине, очень хочется пить, очень устали. Будем ехать домой. Я надеюсь, вам понравилась наша прогулка. Постараемся выкладывать еще такие видео подобного плана. Спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока!